такой хороший осенний денек. У нас собираются открывать часть набережной. Вот тут готовят всяческие самые. Идут работы, масштабная реконструкция. Но всегда есть какое-то но. Вот идут работы по облагораживанию этого участка, этого небольшого парка, который, к сожалению, был. Вот, слышите, работают пилы. Здесь были гигантский такой, как купол, как шатер из деревьев. Их спилили, и пеньки покрасили в зеленый цвет. Спилили практически до уровня травы. Вот видите, сейчас тут остались только вот эти березы и полностью открытое пространство, некогда закрываемое кронами деревьев. Это было здорово. Спилили. Ну, возможно, в этом есть какая-то необходимость. Непонятно, правда, какая. Говорят, что они аварийные, могут упасть. Но так есть. У нас вообще все решается или никак, или настолько кардинально, что просто бежать некуда. А может бояться, что придавит народного артиста России Михаила Боярского, который здесь будет выступать на открытии нашей лестницы к набережной. Вот так. Такая новость. Какое-то, видимо, повальное увлечение спиливанием деревьев. Ну точно, кардинально решают проблему, причем слишком кардинально. Ладно, может быть, будет лучше. Ну вот смотрите. И пилить пилят, и новое садят. Ну вот какие-то саженцы тут свеженькие. Смотрите, как можно любить свой двор. Обычная серая девятиэтажка. И вот так вот тут вот. Это новый рекламный стенд.